гениально. Мы на Moscow Music Messe. Я хочу такую тачку. Громче скажи. Я хочу такую тачку. Шли по выставке, к нам подошел какой-то чувак и дал листочки с цифрами. Сказал, вы будете участвовать в аукционе. То есть я доставал номерок, и какой номерок попадал, тому давал какой-то приз. Тюнер, медиатор или что-то подобное. Я, в общем, выиграл медиаторы. Аня выиграла футболку. Нет футболки. Почему нет футболки? Да. Что ты сделала? Я мальчика пожалела. Ну расскажи. Ты что рассказывай? Ну, просто стоял голый мальчик стоял на футболке. Ему было очень холодно, и я такая думаю, ну блин, всегда мне чёрная футболка. А на футболке была какая-то... Орёл. Орёл немецкий. Не, русский, двуглавый. Понятно. Всё? Лихая. Проходим мы, значит, мимо, а тут пустая стойка. Сели за нее, раздаем брошюрки, к нам подходят люди, уже интересуются, мы их консультируем. Ну, мы шмагем. Никаких мыслей. Очисти свой разум.